Здравствуйте. Здравствуйте. Мы снова рады вас видеть. Да, да. Стабильность. Признак. Да. Признак чего? Признак. Вот если бы был абонемент на ретрит. Кстати, знаете. Да, да, да. 10 штук в одной пачке, то я бы... Тот человек, кто бы купил. Да, первым. Подождите. А как же вас зовут? Может быть, кто-то еще не видел отзыв предыдущих 2 лет с тобой. Да, меня зовут Анна. Вот, и я 3-й раз на ретрите. И отзыв со 2-го ретрита моего, он очень классный. Я правда советую. Ты просто сама классная, Аня. Спасибо. Просто я там рассказала, что конкретно у меня изменилось. То есть вот прям в материи у меня это как-то сильно проявилось. Вот, и кто хочет как бы таких результатов, вдохновляйте. Каких? Давай мы еще раз. Ну да, в двух словах, то, что у меня я уволилась с найма, я обернулась назад и поняла, что у меня есть все инструменты, чтобы начать свое дело, как бы во фриланс уйти, и он очень успешен, он очень востребованный. То есть я вот просто получаю такие отзывы, которые, ну, я не знаю, рвут мне душу, сердце, вот, как меня ждали, как специалиста в астрологии, вот. Плюс я 4 года не могла создать отношения. Я все мамины подруги, ну, сыновья маминых подруг, сыновья коллег, друзья, друзей, друзья, транспорт, общественные места, вот, Тиндер весь выжат. Ну, то есть, и когда были свидания, то есть, либо я там понимала, что не то, либо там человек меня не перезванивал, либо уезжал. Ну, любой, под любым соусом, вот, пути расходились. И я уже, ну, просто, как бы, потеряла надежду. Дошло до того, что там у меня мама риэлтор, и ей позвонил один мужчина, ну, парень там, взрослый, как сказать, и начал спрашивать там про продаваемый участок. И я слышу, что вопросы, ну, очень хорошие. То есть, ну, как бы человек шарит. И мне это так запало в душу. Я говорю, мам, ну, они поговорили, что это... Так-то-то, я бы там что-то не устроила. Я говорю, мам, да... Познакомь? Нет, не познакомь. Я говорю, мам, да я перезвоню. Ну, это как бы... Она говорит, Ань, ты что, это, типа, мой клиент, и как это будет выглядеть? Я говорю, слушай, мам, ну, я уже в такой стадии... Ну, не то, что стадии. Я говорю, мне терять вообще нечего. И мне человек понравился, да я... Буду звонить. Мама что-то побрыкалась. Я такая, давай. Она такая, да. Вот, я позвонила, я говорю... И сложилось, да? Не сложилось, я просто говорю, что... Просто до какой степени я искала себе партнера. Вот как бы отчаяние было настолько, что ты перезвонила маминому клиенту. Да, я не то, что... Да, ну там нет, он сказал, типа, у меня жена и 3 детей. Я такая... Очень за вас рада. До свидания. Да, просто я говорю, что сколько я сил туда вложила, это не то, что я как бы чувствовала себя неполноценной, я очень люблю одиночество. Просто меня раздражал тот факт, что у меня не получается. Что у меня не получается. Вот как вот все собирают конструктор, все вот, а у меня этот конструктор не складывается. Я думаю, как так? Мне нужно было сложить. И, в общем, после ретрита мне... Ну, вот мой сейчас молодой человек просто написал ВКонтакте. Я чуть не плакала. Просто весь этот 4-летний марафон, забег по «найди себе мужика», просто столько сил, столько... Закончился, да? Просто куда-то в ведро пошел. Ну, не ведро, конечно, интересно. У меня появились отношения. Да, вот эти все классные бонусы, ты, говоришь, записывала в предыдущем отзыве. А почему тогда решила приехать на 3-й ретрит? Может быть, это ретритозависимость? Ретритозависимость. Что, ты подсела на Светлану Лаврову? Я Свету очень люблю, она как родной мой человек. Я чувствую ее родство. Но почему вот именно мне нужен был... Ну, я еще приеду. Просто сейчас, понимаете, первый ретрит, это был как вот как ты такой пыльный мешок, из тебя просто пыль выбили. Второй ретрит, это как тебе вот мешок сняли с этой головы, показали этот мир, что ты это... Ну, это для тебя. Для меня. Вот, а 3-й ретрит, я просто вот, ну как, не то, что я и так как бы пошла, но мне хотелось ускорения, турбо. И я уже не нуждаюсь в таких деньгах, то есть это я не воспринимаю как, типа, отложить там отпуск, то есть я уже работаю сама на себя. То есть это у меня как досуг, как сходить в гости и получить такие знания, то есть я это себе могу легко позволить. Вот. А, конечно, тут перепылиться еще с такими людьми, ой, тут
такой ретрит вообще. Можно, пожалуйста, я скажу? Конечно. Да, я просто смотрю, что у Светланы такая команда подобралась, девочки прям срастились. Просто раньше на ретритах, как бы, ну, тоже там мы дружили, но все равно было некое разъединение, то есть как-то дружили с группками вот в ретрите. А тут нас хоть и больше, но мы вот прям единое такое, ну, вот поле, единая семья, прям все вот как переплетлись. И это, конечно, отражение того, что подобралась нужная команда, что девочки вот так вот в унисон работают. И, ну, вот комплексный подход. Мне это вот прям... Тише, да гладь Божья благодать. Я получала удовольствие от и до. Вот. И я еще хотела сказать вот про питание у меня, что изменилось. На первом ретрите просто Светлана говорит, что там, вы не будете есть, там это. Ну, у меня дела немножко другие шли. То есть первый ретрит, он как только начался, там первый день, я еще энтузиазм, пока знакомишься, ладно, я там, ну, минимальное питание или там на водичке. А потом, как у меня жор открылся, я в этот перерыв между, ну, сессиями, между разговором, поболтушками, я как пуля в ближайшее там какое-то это заведение, магазин, вот это, где там все жарят в масле, я просто сладко, я все как вот, как бездонная бочка. То есть я понимаю, что у меня уже джинсы впиваются, кофта там уже вот так вот закидывает, ну, заворачивается. То есть у меня был дичайший жор, дичайший. И это, ну, конечно, потом у меня там все... проработалась, стихла через месяц. А второй ретрит я уже приехала, и я ела фрукты, овощи, и у меня оставался еще только кофе и шоколад. Все. Вот. То есть и очень спокойно. А этот ретрит, я вообще как бы вообще питание, ну, как бы себя отпустила, и я не рассчитывала быть на сухих. У меня получилось... Что я такая, ну вот утром перед выездом, я такая, ну что-то сейчас дела, потом поем перед выездом на ретрит. Такая, ну что-то не хочется, ладно, приеду, поем. Приезжаю, не хочется. И я первый день на сухое. А второй день, ну уже ближе к ночи, я попила вот полынь, мед, лимон, потому что я чувствовала, я не почистилась, я не рассчитывала на это, что вот мне как бы, ну... там уже на подходе, да, и надо помочь немножко. И действительно, я вот где-то в первом часу ночи я попила, и утром я спокойно сходила в туалет. И все, и следующие два дня у меня снова на сухих. И я уже пила только в бане, потому что, ну, вот это вот, как бы, вода выходит, как-то вот я чувствовала сердцебиение, что нужно вот помочь тоже организму немножко разжижиться. Вот, и вот, получается вот так. И то есть у тебя сейчас вечером... получается тоже какие-то есть такие подвижки, да, трансформации, да, с привязкой, да? Да, очень сильные. И, ну, то есть вот после бани, вот я попила после бани чашечку, кружечку, и уже такое легкая полынька, немножко меда и вот лимончика совсем там это. И сегодня утром так, чтобы вот продолжить вот как бы очистку такой. И все. Вот. То есть так все легко и просто. И у меня сон сейчас, и сон у меня на ретрите был сон. 3-4 часа. Я успевала отдохнуть, и, да? Я успевала не то, что отдохнуть, сначала вот такой, выдержать такую нагрузку, когда тебя тут это столько знаний в тебя вкладывают. Потом с ребятами наобщаться вечером, а потом еще уделить внимание себе, там также вот, ну, поработать, там, посмотреть, позалипать, по там как-то побыть в каких-то состояниях, поиграть тут на инструментах. Вот. И очень комфортно. То есть у меня не было ни сонливости, ни рубенов, ничего такого. Я очень довольна. Вот. И, ну и, конечно, в моем видении у меня, ну, прям большие подвижки. Да. Аня, вот интересно, ретрит один на другой практиками в чем-то, да, совпадают, да, хотя не во всем. Угу. Тем не менее, ты говоришь о каких-то вообще новых состояниях. Да. Вот за счет чего ты думаешь, это происходит? За счет раскрытия себя. Тебя, меня. То есть, когда ты там в первый класс, там тебе интересно там что-то такое элементарное. А когда ты институт, а когда ты уже закончил, такое свое дело я хочу, чем вот такая вот большая реализация. У тебя другие вопросы. Другие вопросы. То есть через похожие инструменты или новый инструмент? Да, но ты другой. Эти практики, это просто как инструмент, как, ну, как, ну, не выщелкивай, как тумблер. Просто тебе уже нужен, как бы, ты сразу, ну, уже у тебя другой старт. Угу. Другой старт. Неважно, с какого старта, нам, да, есть куда выщелкнуться, да? Да, и впереди только перспективы. Я теперь, понимаете, я теперь
Если раньше мне надо было, не то, что свести, ну, как бы, я такая, поменять работу, найти парня, вот такое вот. Mm-hmm. То сейчас я такая, я хочу зайти там на вулкан, я хочу там обнять гепарда. Ну, у меня почему-то такое. У меня почему-то какой-то Китай вот пришел в практике, то есть какие-то... Ты хочешь расширить свои, да, возможности? Да, то есть я хочу путешествовать, я хочу впитывать, я хочу вот вообще другую жизнь. Ну, не то, что хочу, я уже понимаю, что... Она у тебя она есть. Она уже есть, да. Она есть, да. Ты уже знаешь. Поэтому, ребята... Ну, тут все в восторге пищат, щенячьи этот визги. И это того стоит. Просто, ну... Я даже не знаю. В общем, я Свету так долго искала, получается. И тот человек, который мне... Вот один человек закрывает все мои вопросы. Поэтому... Вот миру, то есть в унисон. И все, как бы, то, что она говорит, у меня либо подтверждается спустя время, либо это, как бы, я понимаю, что я так это знала, просто надо было, как бы, ну, наружу это поднять. Вот. И, конечно, помогает и объясняет то, что я не могу, ну, вот, чтобы как не сойти с ума, то есть, как бы, то, что ты такое начинаешь там видеть, чувствовать, то есть она как вот, как говорит, ну, она уже прошла, и она говорит, да, так это вот оно, это то. Я такой, вот для чего, интересно. Были ли у тебя какие-то ожидания, когда ты сюда ехала в третий раз? Ожиданий нет. То есть, как бы... Потому что ты уже не голодный. У тебя нет такого вот тремора, такого, что тебе это... Ты уже в легкости, в расслаблении, в кайфе. Ты уже такой, типа, надо... Ну, как вот вы идете на тусовку в клуб, ну, вы же просто, как бы... Нет такого, что, а какой там треки какие-то будут, а там какие... Ну, как... Вы пойдете просто, будете танцевать, вам будет классно. Вот так и тут. Классное настроение, да, для поездки на ретрит. Да. А давай еще поговорим про практики Ирины Дмитриевой. Угу, угу. Гвозди. Получается, какой раз ты вставала на гвозди вместе с Ириной? Второй. Да, ее на первом ретрите моем не было, был другой мастер. Вот. Но Ирина более деликатная, более глубокая, более... Вот какой у вас запрос есть, какой вывод... Что проработать хотите, то вы и проработаете. То есть не будет там каких-то вот, ну, как это называется? Хочется еще вот расставить акценты, что это все-таки энергопрактика, правильно же, да? То есть гвозди как инструмент, mm-hmm. чтобы зайти в этот поток. Вот как mm-hmm. для тебя это было? То есть поэтому можно еще и проработать. Mm-hmm. А как для тебя в итоге это было сейчас? Ну, это инструмент Ирины. То есть для меня просто гвозди... Ну, вот я... Вот эти физические все перепады там температур, вот болевой порог у меня очень высокий. То есть у меня не было такого. Просто, ну, видимо, это просто... Для меня это просто как активатор. Ну, Иринин инструмент. Но то, что она говорит, то, что она через него видит, да, вот да. это... Ценно. Ну, то есть это очень ценно. Что вы сказали? Я сказала, а, Ирина... Это просто охуительно? Да. То есть я поработала своим родом. Я увидела родственников, я их раскрыла. Ну, там, ну, энергия не текла из определенных блоков, но это видела все сама. Угу. Это видение не такое, как ты вот видишь там кружку, картину, там, телефон. Это вот когда тебе рассказывают историю, и ты такой вот, ну как... Это же не с тобой, а ты просто представляешь там этот сюжет в голове, и вот так же у тебя ты все видишь, вот эту вот картинку внутреннюю. Mm-hmm. Видишь, как процессы, как там идет энергия, как вот настроение меняется, состояние, вот такое. Здорово. Да, да, я очень довольна. То есть я говорю, для меня это прям вот такой вот очень качественный отдых, ну как досуг, я не знаю, как это назвать. Я еще приеду. Да я уже даже не сомневаюсь. Будет уже папка отзывы Анны Жвакиной. Да. Уже будет трехтомник. Слушай, надо реально сделать тебе абонемент. Абонемент Анны Жвакиной. Да. Папка отзывов Анны Жвакиной. Да. Гвозди, садку Анны Жвакиной. Да. Подушка. Там. Скажи, да. пожалуйста. А вот отзыв мой, а мой первый отзыв, это просто какой-то восторг. Типа, не так, а что, а оно как бы... Эмоции, да? Да, просто эмоции там как бы... Ну, я бы такой отзыв не зацепил, потому что-то, ну... Каждому да. Скажи, а игра? А вот второй, а вот посмотрите. Второй посмотрите обязательно. Давай еще поговорим про игру «Мой». Mm-hmm. Почему я... Слушай, мой какой мир. Раз... «Радуга». Давай поговорим про игру «Радуга», которую вчера провела Ирина. Да. Как для тебя это прошло? А, я ее купила. На втором ретрите я купила эту игру, потому что я тоже, ну, шизотерик. И
Я поняла, какая она универсальная, какая она простая для понимания каждого, и как легко она подсвечивает. То есть, когда ты задаешь вопрос, ты задаешь все равно, ну, когда вот спрашиваешь, да, про свою какую-то боль, ты задаешь безопасный вопрос. На самом деле, вот то, что надо менять, ты вот прикрываешь этим безопасным вопросом. Угу. А игра, потому что ты не сам спрашиваешь, а просто как, ну, как просто. У тебя кидаешь кубик, и фишка на определенную ячейку выпадает, там, да, например, там границы, что там, тело, эмоции. И получается, что заход такой не напрямую, где ты бронь поставил, а вот, и вот в эту болевую точку она так и попала. И ты проговорил, и вот я с помощью игры на втором ретрите, я поняла, ну вот, у меня вскрылся этот пласт. Я не думала, что у меня есть такая проблема, которая колоссальная. То есть ты увидела эффективность, да, сначала в себе, да, потом... Да, я через себя, я просто поняла, что... как это круто. Аня, я невероятно рада, что ты с нами снова и снова. Я тобой любуюсь, как я уже сказала. Особенно это было очевидно в этих всех наших банях, в ледяных бассейнах, в которых мы купались. О, кстати, а как тебе наш сюрприз? Как тебе встреча с нашим прекрасным Гастоном? Вообще, я говорю, Светины ретриты, ну и я меняюсь, но они вообще, я не знаю, я просто хочу выразить огромную благодарность, насколько они великолепны, насколько они стали вот прям, ну, вкус, ну, прям вот как один сок, когда вот прям вот от сок, ну, сок брызжет, то есть как вот настолько насыщенная программа и какие-то сюрпризы, и какие-то, и по времени, то есть мы стали больше времени проводить, я не знаю. И у меня нет этого ощущения какой-то переполненности. У меня есть ощущение, что вот, ну, как вот весь мир для меня стал. И вот это последнее, это просто такая вишенка. Ну, как ананас я поставила на торте, потому что вишенка это маловато. Встреча вот с Гастоном. Да, это встреча, это просто... Это человек, который тоже живет на Пране, из Франции, приехал на записать эфир со Светой. И мы тоже все как присутствовали на этом мероприятии. Да, ой, вообще, это было как, ну, я не знаю... Волшебство, прям подарок, прям чудо какое-то. Невероятная тоже аура, конечно, да? Да, у меня сердце стало биться, я сразу почувствовала эту энергию. Да, ты очень так тепло отозвалась. Да. Ну, я вот стала, говорю, у меня вот... Ты стала ощущать. Ощущения, да, развились, и я просто понимаю, какая-то вот, какие, ну, вибрации. Ну, в общем, какая... Какой-то человек мощный, светлый, и как от него можно подзарядиться. Он прям вдохновляет, как вот огонек тебя поселяет, и ты такой, да-да-да, я так же хочу. Вот это истина. Это, конечно, и то, что как он сказал, это вот так дополнило, ну, это другие слова, ну, смысл-то я понимаю, что он один, но это прям вот раскрыло и как бы вот и Светины объяснения, и вот как... Такой фух, и вот как будто все так шух, у тебя. Гармонично, да? Очень гармонично. И вот, ну, новый виток, и еще больше вот это вот все за расширение. Вот прям такой огромный фейерверк у меня случился в конце. Спасибо огромное. Вообще не ожидали. А ну мы тебя ждем уже снова. Да. В Сочи теперь уже, через пару недель. Да. Ну я хочу на Байкал, на Алтай. Попробовать. Потому что в Сочи я вот... Два ретрита у меня были в Сочи, и как бы я там уже... Красная Поляна. Другое будет. Ну, подумаешь. Ну, вот мне как-то Байкал, Алтай, там и там как-то интересно. Ну, это все, да, просто, да, это детали. Я благодарю тебя за отзыв, благодарю, что мы с тобой встречаемся регулярно. Это очень приятно. Да, спасибо, что ты задаешь вопросы, потому что... Вот потому что, когда ты говоришь, тебе понятно, а вот людям не совсем понятно. И вот это вот направление, оно очень важно. Здорово. Да. У всех здесь находится своя какая-то реализация. Да, ну группа сплотилась. Мы вот реально, мы уже всем все уже обменялись, уже все перепылились, уже все, кто куда едет, уже договорились, кто с кем. Это просто найти себе окружение. Найти себе тех людей, с кем классно, с кем ты не... Ну, проблемы мусолишь там, а вот с кем ты идешь в новые проекты, кстати говоря. Вот. Это уровень, кстати. Это уже новый уровень. Это уровень, да. Я могу тоже по своему опыту сказать. Я же тоже участница ретритов. Угу. И на каком-то уровне я стала
туда да. идти. Да. А раньше я там сопельки собирала, там что-то ну, там, да, но да. потом хлоп и уже угу. проекты, планы, реализации. Да, да. Приятно, да? Очень. Вот на этом уровне уже приятнее. Ты такой, неужели я такая мощь? Классно, что можно вместе расти. Да, да, да. Здорово. Да, ну все, ребята, я, в общем, желаю каждому тех вот результатов, которые были у меня, даже больше, и в вашей сфере. И просто, ну, очень советую. Все, спасибо большое.